Алина Загитова рассказала, что думает о командном турнире в Москве, который пройдет с 5 по 7 февраля. Алина не примет участие в соревнованиях, но будет капитаном команды и выступит с показательным номером. «Я очень рада, что Первый канал поддерживает фигурное катание и так его продвигает. Люди сейчас начали немного больше узнавать об этом виде спорта. Это очень интересно, я восприняла это с радостью. Я думаю, что мы будем разговаривать друг с другом, общаться, веселиться. У меня будет в команде такая атмосфера. Все хорошо, сейчас все сделаем. Увидим, откатаем, я вас настрою. Думаю, что никто не будет нервничать. Все будут рады тому, что зрители будут присутствовать на трибунах. Это живая атмосфера, живые эмоции. Прыжковой турнир? Такого вообще не было. Очень прикольная задумка. Очень интересно будет посмотреть, как это вообще будет проводиться. Поэтому приходите, будет очень интересно», – рассказала Загитова.